В эти выходные по трем одномандатным избирательным округам – Михайловском, Городищенском и Краснооктябрьском – прошли выборы депутатов в областную думу и органы местного самоуправления. Утром 12 сентября уже были подведены итоги. С внушительным отрывом победили следующие кандидаты. Руководитель контрольно-счетного органа городского округа город Михайловка Лариса Гордиенко, глава Светлоярского района Татьяна Распутина и директор гимназии номер 12 Наталья Барышникова. Явка избирателей в Михайловке составила 40%, в Городище – 43,53%, и в Краснооктябрьском 36,9%.